анонс итоговой даты выхода третьей серии нового турецкого сериала «Лжец и свеча». Третья серия сериала выйдет в эфир 17 октября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Элиф вспоминает свои самые тяжелые моменты из детства. В раннем возрасте ей пришлось похоронить своих любимых родителей. Она знает, где находятся их могилы и очень сильно по ним скучает. Но ее муж также однажды вышел из дома и больше не вернулся. Она ничего не знает о том, что с ним случилось дальше. Ей даже не удалось его похоронить, как это полагается. Якуб предложил Элиф подвести ее к кафе. На улице была хорошая погода, и поэтому она отказалась, так как хотела прогуляться. В этот момент у Элиф зазвонил телефон, и в трубке снова было молчание. Якуб заметил, что эти звонки очень тревожат Элиф, и предложил свою помощь. У него есть хороший друг, который без каких-либо проблем сможет вычислить номер и узнать, откуда именно звонят. Элиф согласилась, ведь она должна была выяснить, кто этот человек, который звонит и молчит. Якуб считает, что Элиф словно живет не в той вселенной и не хочет смотреть реальными глазами на то, что происходит. Друг Якуба смог вычислить номер, а также местонахождение телефона, с которого звонили. Но вскоре у подруг появляется куда более серьезная проблема. Все дело в том, что труп пропал, и его нет на том месте, где они его оставили. Напомним, третья серия сериала выйдет в эфир 17 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.